Доброе утро! Желаем бодрого и продуктивного дня всем жителям и гостям нашей республики. Впереди много интересной информации. С вами программа «Народное утро» на телеканале НТМ. Не переключайтесь! В последние дни люди стали получать через мессенджеры провокационную информацию о принудительном переводе зарплаты пенсии на цифровой рубль. Правда ли это? Эта информация не соответствует действительности. С 15 августа началось пилотирование операций с реальными цифровыми рублями. В пилоте участвует ограниченный круг клиентов – 13 банков. Массовый оборот цифровой рубль будет внедряться, по оценке Банка России, на горизонте 2025-2027 годов. Происходить это будет поэтапно. Подчеркну, что при этом все формы рубля – наличные, безналичные, цифровые – будут доступны, и выбор, какими рублями пользоваться, останется за гражданами. Никаких рассылок с предложениями совершить операции с цифровыми рублями от банков, компаний и Банка России гражданам не направляется. Такие рассылки являются мошенническими. Злоумышленники, как правило, активизируются на волне ажиотажа и информационного шума. Они пытаются либо запугать граждан потерей денег, например, скоро якобы все деньги будут только цифровыми, либо предложить уникальную возможность использовать цифровые рубли на выгодных, уникальных, индивидуальных условиях. Мошеннические схемы, как правило, классические. Например, безопасный счет или спасите ваши деньги. Поэтому будьте бдительны и не поддавайтесь на мошеннические провокации. Напомню, если связываются с вами по телефону и представляются сотрудниками какого-либо ведомства, завершите разговор. Позвоните в это ведомство по официальному номеру и уточните информацию. Если звонят из банка, проверьте, точно ли это сотрудник финансовой организации. Спросите, как его зовут, название подразделения, в котором он работает, и скажите, что перезвоните позже. Положите трубку. Позвоните по официальному номеру банка и попросите соединить с тем сотрудником, который вам звонил. Но ни в коем случае не делайте обратный звонок, потому что мошенники могут использовать подменный номер, и вы вновь попадете к ним. Наберите номер горячей линии банка вручную. Телефон горячей линии можно найти на обратной стороне банковской карты или на официальном сайте банка. Напомню, специалисты банка, позвонившие вам для подтверждения операции, не будут интересоваться данными вашей платежной карты, пин-кодом, трехзначным кодом на обороте карты, а также приходящими в смс-сообщениях разовыми паролями. Эта информация может понадобиться только мошенникам для доступа к вашему счету. Дорогие друзья, доброе утро! В наши с вами дома уже настойчиво стучится осень, и поэтому сегодня я предлагаю сделать интересную композицию, которая сможет украсить ваш дом, вашу квартиру, вашу террасу, в общем, все, что вы хотите украсить своими руками. И делать мы будем сегодня все вместе. Сейчас я вам расскажу, из чего будет состоять наша композиция, что мы возьмем за основу, что у нас будет являться дополнительными компонентами, ну и вишенкой на нашем осеннем торте. Итак, смотрите. Заранее я подготовила вот такой вот венок из виноградной лозы. Можно использовать настоящий виноград, можно использовать девичий виноград, в общем, такой, какой у вас окажется под рукой. Итак, смотрите, это декоративная тыква. Разных размеров, разных цветов. Это, конечно же, перчик жгучий. Я думаю, без него осенний натюрморт будет совершенно неполным. Вот такие вот интересные плоды лотоса. Физалис. Ну, я думаю, что основой нашей композиции, ее притягательным центром, будет вот такая вот кукуруза. Не может у нас обходиться никакая композиция без движения. Да, чуть позже я расскажу, что это. И вот в качестве вот такого движения будем использовать черный шиповник. Шиповник может быть и красным, рыжим, более привычным нашему взгляду. Так, начнем, я думаю, с главной нашей скрипки. Это с наших кукуруз. Для того, чтобы они хорошо и прочно крепились к нашей основе, я проклеила их с оборотной стороны вот такими вот кусочками шпагата. На них мы будем наносить клей и уже крепиться к самой основе. Для того, чтобы поддержать хвостики нашей кукурузы, мы будем использовать листья от самого стебля кукурузы. Тоже попробуем закрепить их в том же самом направлении, в котором у нас уже есть ее хвостики.
И сейчас мы возьмем следующий крупный компонент нашей с вами композиции. Это декоративная тыква. Для того, чтобы ее было удобно крепить так же, как и кукурузу, ну, смотрите, я сделала вот такие вот маленькие улиточки, тоже из шпагата, и они нам помогут крепить ее без всяких проблем. Смотрите, самого главного цвета, тот, который будет занимать у нас самую большую часть, должно быть процентов 60-70. 30% мы отводим на цвет дополнительный и 10% оставляем на акцент. Здесь у нас коричневый, такой вот желтоватый цвет получается самым главным, который у нас займет где-то те самые 70%. А затем зеленый, он будет занимать у нас процентов 20%. И на изюминку мы оставим красный цвет, самый, наверное, интересный и яркий цвет осень. Это будет тот самый жгучий перчик. Итак, обратите внимание, вот такие вот две прекрасные коробочки я сегодня с собой принесла. Это плоды лотоса. Они высушены, изначально они такого ярко-зеленого цвета. Но нам тоже необходимо, я думаю, добавить в нашей композиции какую-то изюминки. И, может быть, вам будут задавать вопрос, что это такое. Но в целом сегодня приобрести их достаточно просто становится. Так, ну что же, главные компоненты мы расположили. Это кукуруза, декоративная тыква. Сейчас займемся тем, что будем распределять на нашем венке вот такой вот красивый перчик. Я взяла двух цветов, красный и зелененький. Чуть за рамки дозволенного нашего веночка выходит наш перец, но, по-моему, это то, что нужно. Для того, чтобы он хорошо крепился и держался, здесь у нас уже есть одна ножка из виноградной лозы. Вот я добавила здесь еще совсем немножечко ее. И теперь наш перец, он повторяет линию кукурузы, но сам по себе самостоятельный, красивый, очень яркий декоративный элемент. Любые декоративные элементы располагаются либо парами, либо определенными группами. То есть мы не можем сделать так, чтобы наш зеленый перчик у нас распределился по всему венку равномерно. Это будет слишком просто, слишком плоско для восприятия. Поэтому вот здесь у нас красный и зеленый оказались вместе. И сейчас здесь два зеленых перчика тоже окажутся вместе. И это будет правильно. Еще один очень яркий и знакомый очень многим акцент осени – это, конечно же, физалис. Я думаю, он знаком нам с самого советского детства. Наверняка у каждого дома он стоял высушенный в вазе вплоть до следующей осени. Сейчас мы тоже попробуем его использовать. Красивый, яркий, он уже сухоцвет, поэтому в целом он не только дополнит композицию, но и несколько освежит ее. Не забываем правила группировки и создаем композицию таким образом, чтобы наши группы где-то повторялись. Попробуем добавить физалисы на ветки, для того, чтобы наша композиция все-таки была задана каким-либо движением. Без движения получается все слишком скованно, просто, плоско. А вот если есть движение, композиция уже живет. Ну что же, основной материал мы распределили. Теперь попробуем дополнить наш венок вот таким вот красивым черным шиповником. Я его обожаю. Специально выращиваем его. Нам очень нравится. Красивый, фактурный. Я думаю, вы сможете его оценить. Дорогие друзья, итак, сегодня мы попробовали сделать вот такой вот декоративный венок, который сможет быть украшением вашего дома, вашей квартиры. Радуйтесь, создавайте, творите, используйте природные материалы, те, которые использовала я, или, может быть, у вас есть какие-то свои собственные идеи. Самое главное – это творчество и красота. Доброе утро, Мордовия! Я Юлия Глоблина, и я продолжаю вас знакомить с профессионалами своего дела, тружниками села нашей родной Республики Мордовия. В эфире «Голос села». И сегодня я познакомлю вас с замечательным героем, начальником комплекса «Агросоюз Красное сельцо» Рузаевского района Сергеем Николаевичем Шарашниковым. Сергей Николаевич, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, давно ли вы здесь работаете? 2000 года. С мая 2000 года. Вы сами где родились и выросли? Родился Рузаевский район, село Шестое. Далеко получается. Да, 25 километров. 25 километров. Поступили наверняка в аграрный институт. Да, поступил в аграрный институт, в 2000 году закончил его и пришел работать как бы,
главным ветеринарным врачом УПРМ совхоз «Красный Сил». Так, а кем вы сюда пришли? Вы сейчас начальник комплекса. Вот с какого вакансии начали свой путь? Пришел главным ветеринарным врачом. Уже сразу главным взяли? Я перед этим полгода работал в ОПХ «Елга» обычным врачом. И затем, перед этим проходил здесь практику, и они меня как бы нашли и предложили пойти на должность главного ветеринарного врача. То есть по факту вы здесь практически всю свою жизнь проработали, весь основной трудовой путь. 99-й год как бы проходил здесь еще практику. Понятно. А живете сейчас где? Семья, дети? Живу также в поселке Красный Сельцов. Вот когда пришел через фонд развития села и через субсидии построил здесь дом. В 2001 году женился, сейчас у меня три сына, двое в школе учатся, один в университете старается. Вы еще и многодетный отец. Вот замечательный вообще так. Пример. И детки растут на селе, в любви к природе, к животным, знают, что такое сельский труд. Это в селе и не знают, что такое сельский труд. А жена тоже здесь на предприятии работает? Нет, жена сейчас работала в сельской администрации, зам главы. А сейчас она просто, получается так, находится, не работает по уходу с ребенком. Скажите, пожалуйста, вот что входит в ваши обязанности здесь? Входит в обязанности начальника комплекса организовать работу и смотреть как бы за всем процессом работы в животноводстве. И также наладить работу с рабочим персоналом, с доярками, с работниками по уходу за животными. Ну и сколько у вас вот под вашим крылом? Штат какой? И получается, какое поголовье? Вместе с специалистами 40 человек. И поголовье у нас сейчас 2450 голов. Мощно. Ну, так как вы здесь давно работаете, сравните, как было и как стало. Есть разница? Ну, это разница, громадная разница. Раньше было много ручного труда, а сейчас это более механизировано и более облегчено как бы. Вот что сейчас доярки у нас здесь находятся и таскают. А раньше они приходилось им эти бачки, все это таскать, выливать. Ну сейчас вот я смотрю, как бы даже здесь все чисто и плитка. Да, то есть идет процесс дойки и такая чистота. Вот с какого года вот такое преобразование случилось? Так, у нас 2001 года построили комплекс. То есть вот этому комплексу именно как раз момент практически. Два года. Зашли мы в августе. Ну наверняка, наверное, штат укомплектован с учетом вот таких условий труда. Да, или есть вакансии? У нас укомплектован полностью практически все. Ну и в завершение, что пожелаете сельской молодежи, которая еще не определилась, город или село? Ну, я думаю, что нужно определяться, возвращаться к своим корням, откуда мы как бы все вышли, и оставаться на селе. Сейчас это как бы работа, и по заработной плате, мне кажется, даже в селе она более лучше. И работать условия на селе, жить на селе становится легче. Не то, что легче, и даже школа, садик, обустройство сельских поселений как бы идет у нас большими шагами. Я сегодня убедилась сама, что действительно в Красном Сельце созданы все условия. Замечательная школа, садик. Строится сейчас дом культуры. Есть прекрасный такой, знаете, сквер, место отдыха. И в таких местах действительно хочется жить и развиваться. И, конечно же, на таких примерах, как вы, когда вот слушаешь и видишь, да, то есть вот результаты труда, понимая, что вот за такими и идут люди, то, что вот этот показатель нет свободных рабочих мест, это говорит о том, что создана такая хорошая команда, да, во главе с руководителем предприятия. Поэтому хочу вас поблагодарить, спасибо вам огромное
за ваш пример и вот такой трудовой путь. Всего доброго, успехов. Ну а мы увидимся с вами совсем скоро. Впереди у нас новое знакомство, новые герои. Поэтому до новых встреч. Всего доброго. Овны. День обещает приятные встречи. Будет шанс поговорить о том, что вам интересно, получить полезную информацию, которая вскоре пригодится. Вечер подходит для романтических свиданий. Они запомнятся надолго. Телец. Спокойствие и самообладание очень важны. Именно они помогут вам сегодня не совершить ошибок. Во второй половине дня могут возникнуть разногласия с близкими, но вы найдете способ сгладить все острые углы. Нежелательно обсуждать сложные вопросы. Близнецы. Плодотворный день, позволяющий достичь отличных результатов во многих делах. Полезно будет обсудить с близкими какие-то вопросы, важные для всех. Нетрудно будет достичь компромисса, найти удачное решение. Вечером возможны приятные известия. Раки. На утро лучше не планировать важных дел. Это время гораздо лучше подходит для отдыха. Позже наступит более плодотворный период. Вы поймете, что способны добиться почти невозможного. Появится определенность в планах на будущее. Львы. День будет приятным и интересным. У вас появится возможность заняться каким-то необычным, увлекательным делом, требующим творческого подхода. Нетрудно будет найти новых союзников, познакомиться с людьми, которые разделяют ваше увлечение и интересы. Девы. День будет приятным. Вы сможете побывать на каких-то интересных мероприятиях, познакомиться с необычными людьми. Будет шанс узнать много полезного. Полученная сегодня информация пригодится вам в ближайшее время. В любви тоже может повести. Весы. Порой возникают трудности, но все же преобладает влияние позитивных тенденций. Вряд ли вы станете беспокоиться из-за пустяков. Оптимизм и жизнерадостность, свойственные вам сегодня, помогут завоевать расположение окружающих. Скорпионы. Благоприятный день, подходящий для самых разных дел. Вы можете сами выбирать, на чем сосредоточиться, чем заняться в первую очередь. В любом случае, вам будет сопутствовать удача. Не исключены приятные знакомства. Стрельцы. Подходящий день для того, чтобы принять какие-то важные решения. Вы реалистично смотрите на вещи. Если в делах возникает затруднение, вы не теряетесь и не отчаиваетесь, а спокойно ищете способ решить все проблемы. Козероги. Не нервничайте. Что-то может идти не так, как вы ожидали. Не исключены неприятные происшествия. Но если вы сохраните спокойствие, то обязательно найдете способ изменить ситуацию к лучшему. Вероятны романтические сюрпризы. Водолеи. Подходящий день для поиска единомышленников, союзников, людей, разделяющих вашу точку зрения. Вероятно, знакомства, которые положат начало дружеским или романтическим отношениям. Не бойтесь проявлять инициативу. Рыбы. Домашние дела могут отнять неожиданно много времени. Не исключено, что значительную часть этого дня придется посвятить решению бытовых проблем, о которых вы прежде не догадывались. Сегодня можно решать вопросы, связанные с недвижимостью. Стейси Шифф, «Клеопатра. Жизнь». Автор биографии и лауреат Пулитцеровской премии Стейси Шифф создала яркий портрет самой неоднозначной женщины в мировой истории – Клеопатры, последней правительницы Египта. Ее дворец сверкал драгоценными камнями и золотом, а славился политическими интригами. Клеопатру связывали тесные отношения с Юлием Цезарем и Марком Антонием, однако ее личность оказалась слишком плотно занавешена романтическим флером. Египетская царица не находилась в тени этих самых выдающихся римлян того времени. Владелица почти всего Восточного Средиземноморья, последнего из великих царств в истории Египта, была сильным правителем, способным создать свой флот, подавить восстание, удержать денежный курс, накормить голодных. Она свободно изъяснялась на 9 языках и была принципиальным стратегом и искусным переговорщиком. Ее образ воссоздали Уильям Шекспир и Бернард Шоу, Микеланджело Буонаротти и Джованни Баттиста Тьеполо. А многие из наших современников судят о внешности и характере царицы по ее кинематографическому двойнику, блистательной Элизабет Тейлор. Однако далеко не все детали драматической жизни Клеопатры, не все грани ее сложного характера возможно отразить художественными средствами. К тому же много информации было утрачено или мифологизировано.
Профессионально работая с классическими источниками, Стейси Шифф виртуозно отделяет факты от вымысла, чтобы явить миру истинную Клеопатру. Богатые информацией и эпическая по масштабу книга, переведенная на 50 языков, представляет собой глубокую и тщательно проработанную реконструкцию жизни этой выдающейся личности. А вкладка с цветными иллюстрациями делает ее образ еще более зримым. Восстановить личность Клеопатры значит бережно отнестись к немногим дошедшим до нас фактам. Недавние исследования проливают на историю женщин античности и Древнего Египта совершенно новый свет, считает автор этого мирового бестселлера. В народном календаре 11 сентября Иван Постный. Считалось, что этот день завершает календарное лето. В народе говорили: Иван Постный пришел, лето красное увел. Но начинается бабье лето. До этого времени старались закончить уборку конопли, потому что опасались. Если до Ивана Постного не выберешь коноплю, то весь пост без масла просидишь. В России до середины 19 века практически не высаживали подсолнечник, который был завезен из Северной Америки только в 1829 году. Растительное масло получали из семян конопли и льна. По приметам судили о предстоящей погоде. Скворцы на юг не летят, наступило бабье лето. Эхо на закате к жаркой погоде. Гром гремит, осень будет теплой. Были и запреты на Ивана Постного. В этот день было нежелательно венчаться и играть свадьбы, а еще крестить детей. Верили, если соблюдать эти традиции, то благополучие и здоровье будут сопровождать следующие поколения рода.